В эфире новости анимации. В студии Денис Варков, шеф-редактор сайта «Дважды два». В новом клипе группы Falls на песню Like Lightning иллюстратор Вирджиния Киприотис показала все экологические проблемы мира. Сюжет вдохновлен знаменитой пробежкой Фореста Гампа. Алчность, злоба и невежество, связанные с экологическими проблемами, вызывают гнев у героя, говорит Вирджиния. И призывает всех не избегать от проблем планеты, а активно их решать. Adult Swim запустил в разработку аниме-сериал «Бегущий по лезвию. Черный лотос». Создавать его будет студия Solo Digital Arts, которая сняла короткометражку «Бегущий по лезвию. Blackout 2022». В новом сериале заявлены 13 эпизодов, а события будут происходить в 2032 году. Ожидается, что в сериале появится несколько знакомых зрителям персонажей. Продюсером шоу заявлен создатель «Ковбоя Бибопа» Шиничио Ватанабе. Рано или поздно это должно было случиться. Вышло аниме по мотивам смешариков. В сети появилась пилотная серия шоу «Ани Шарики. Киберпунк». Главные герои, антропоморфные Крош и Ёжик, решают найти робота, который вскопает за них грядки. Но найденный киборг выходит из-под контроля и грозит гибелью всем Ани Шарикам. «Дважды два» планирует пристально следить за дальнейшей судьбой этого дерзкого проекта. А с вами были новости анимации «Дважды два».